Поздравляю вас с выходом в 1/4 финала. Вы только что обыграли Адмирала Б со счетом 7-3. Секунду, да. Почему вы пропустили первый гол, как вы думаете? Он залетел на первой минуте, и это было немножко странно. Но я считаю, что мы немножко подсели, чтобы понять, как играет команда соперника. Ну и немножко расслабленность в защите нас подвела, наверное. Ну и везение, конечно же, игроков Адмирал Б сделало свое дело. Мы разговаривали с менеджером Поли по поводу вашей игры, и мне показалось, что игра была достаточно напряженная. Он выразил мысль о том, что игра была достаточно спокойной. Как показалось вам? Ну, игра была напряженная. Мы до первого тайма был счет равный, только в конце более-менее нам удалось реализовать хоть какое-то преимущество. Вот. А так, первый тайм точно был сложным. Во втором удача больше была на нашей стороне, и нам удалось забить. Что придало вам сил в самом конце игры? 5 моментов, из которых 2 реализованных. Ну, наверное, потому что у нас пошла игра, мы начали забивать, а команда соперника начала просто садиться и все нам отдавать, всю часть поля свою. 2 гола из 5 моментов – это много? Ну, почти 50%. Ну, по-моему, это плохо, наоборот. Ну, ладно. А какие у вас мысли по поводу 1/4 финала? Ставлю на то, что Black Bunch Mafia пройдет. Я думаю, что мы пройдем. Нет, Black Bunch Mafia пройдет при Луку. Вот мы будем играть с Black Bunch Mafia, у них сильная команда. Уже им проиграли в этом круге, хочется взять реванш.